Магазин 2021. Марианна, скажите, пожалуйста, как у вас прошел 2020 год? Какие планы на 2021? 2020 год прошел хорошо. Люди сидели дома. Магазин у дома работал. В общем-то, проблем не было. В 2021 году есть планы для расширения. Будем воплощать в жизнь. Посмотрим, как получится. Скажите, а за что вы можете сказать метро вот спасибо? Научили работать, поддерживают, помогают, любые вопросы все решают. Все замечательно, полный контакт. А мы тоже говорим спасибо метро, не переключайтесь, новые включения. Спасибо.